Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам вариант вкусного и сытного ужина или обеда. Это гречка с мясными фрикадельками. Готовится быстро, просто, очень вкусно. Для приготовления понадобится гречка, лук и морковь, соль, специи, мясной фарш. Подробное количество ингредиентов будет, как обычно, в описании под видео. Начнем. Для начала поместим всю форму, в которой будем готовить. Сюда я высыпаю гречку, добавляю мелко нарезанный лук и морковь. Я ее натерла на крупной терке. Все это распределяем. Сюда же добавляю соль, специи. И все это необходимо хорошенечко перемешать. Далее берем свиной фарш. Сюда же я добавляю лук. Его я натерла на мелкой терке. Можно натереть. Можно нарезать кубиками, но на терке он не так чувствуется. Также добавляем соль, черный перец и у меня еще сушеный чеснок. Все хорошо перемешиваем. Из фарша необходимо сформировать небольшие фрикадельки. Размером они у меня где-то чуть больше грецкого ореха. Вот такие фрикадельки формируем из всего фарша и выкладываем сверху на гречку. Не забывайте подписываться на мой канал, если вам нравится мое видео. Обязательно пишите комментарии. Далее необходимо приготовить соус. Для этого необходима вода. Здесь у меня 800 где-то миллилитров. Воду берем 1 к 2. Добавляю сюда сметану и кетчуп или томатную пасту. Чтобы гречка была рассыпчатой, еще раз говорю, нужно пропорции соблюдать 1 к 2. То есть одна часть гречки и две части воды. Все хорошо перемешаем. И теперь этим соусом необходимо залить всю гречку. Аккуратно заливаем. И теперь все ставим в разогретую духовку где-то на 30-40 минут до полной готовности. Вот такое замечательное и сытное блюдо получается. Не забывайте подписываться, писать комментарии. Оставайтесь и готовьте со мной. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита!